За команду Турбина. Вместо Дмитрия Старостина выступает Флюр Калимулин, стартовый номер 9. Он выступает как тактический резерв в 10-м заезде. Если команда проигрывает больше 6 очков, то тренеру разрешается применить тактический резерв. Один из гонщиков может выступать вместо 5-6 раз, и это Флюр Калимулин. Он вырывается вперед, а вот за вторую позицию опять борьба. Сергей Лазаренко борется с Кириллом Филиновым. Кирилл Филинов пока второй. Поменялись позициями Сергей Лазаренко и Алексей Попцов. Наверное, для того, чтобы попробовать атаковать Кирилла Филинова Алексей Попцов. Вот тот уже набрал кое-какой отрыв, и пока в зону атаки гонщикам Востока войти будет трудновато. И это будет, наверное, первый пока что еще заезд, который выигрывает Турбина. Судья показывает, что гонщикам остается пройти еще один круг. Болельщики очень радуются. Флюр Калимулин первый. За ним Кирилл Филинов. На третьей позиции движется Алексей Попцов. И Сергей Лазаренко этот заезд заканчивает, не набрав ни одного очка. 5-1 выигрывает команда Турбина. Вот оно, дружеское рукопожатие двух одноклубников. Зрители очень рады. Несколько сократился разрыв. Общий счет встречи стал 25-35 в пользу команды «Восток». Радуются зрители и приветствуют Флюра Калимулина, Кирилла Филинова.